Меня зовут Арман Дурды Ишанов, 1979 года рождения. Будучи главой государственной товарной биржи Туркменистана, я действовал в интересах иностранных компаний, позволяя им покупать нефтепродукты по заниженным ценам. И таким образом не предпринимал необходимых мер для обеспечения притока выручки в нашу страну. Возглавляя министерство, я назначал своих родственников и близких знакомых на руководящие посты и поддерживал их. Я был задержан за совершенные преступления, затем арестован правоохранительными органами. Вместо того, чтобы быть образцом для подражания для своих подчиненных, я совершал преступления и опозорил свою семью. Я сожалею о своих поступках. Дорогие сограждане, я еще раз строго наказываю руководителям уделять особое внимание борьбе с коррупцией и взяточничеством. Я создал для этого прочный фундамент, а недавно мы еще больше его усилили. Поэтому не следует думать, что на коррупцию будут закрывать глаза. Моя программа — это борьба со взяточничеством, наркоманией, коррупцией и прочими гнусностями. Thank you.